Всем привет, друзья! Вот вы мне пишете, что я зарегистрировала домен, мне надо конструктор. Вот первое, смотрите, регистрация домена. Какие люди ошибки допускают? Вот пополняют баланс, здесь деньги висят, так домен и не купили. То есть у вас должно быть, когда вы переходите домены, мои домены, вот должно быть прописано. Ваш домен тот, который вы купили. И вот здесь должны быть сервера, прописаны IOP. Как это делается? Мы идем в наш учебный центр и по урокам прям все это делаем, регистрируем. Вот здесь написано «меняем DNS-сервера». Вот они, эти сервера. Как они меняются? Вот таким образом вы наводите, если сразу не поменяли, управление DNS-серверами, и вот здесь прописываете. Галки здесь не должно стоять, это тоже ошибка. Потом, если у вас в зоне инфо, обязательно надо подтвердить ваш e-mail на почте, это очень важно. Он может подтверждение e-mail от именно зоны инфо прийти не сразу, может прийти, допустим, через 2-3 часа, может даже на следующий день прийти. Поэтому смотрите. Значит, первое, домен куплен. И проверяете, что DNS-сервера вот такие. И ну, галочку не ставьте, потому что они не поменяются. Вот здесь, где управление DNS-серверами, галочку мы не ставим. Потом, что мы делаем дальше? Дальше мы идем в наш кабинет IOP. То есть приобретаете инструменты IOP. Это стоит $11. Можете перевести на русский. Вот на первую кнопочку «Язык» и выбираете русский и «Сохранить». Потом нажимаем на инструменты, продукты. И идем вот вниз, сюда вниз. Нажимаем на вот эту вот кнопочку. И сюда вставляем ваш домен. Нажимаем под написанием домена «Сохранить». И дальше вам тут же появляется надпись «User», «Логин», «Пароль». И это все дублируется на почту. Вот это надо все, друзья, сохранить. И это активируется в течение 24 часов. Вот без пароля от хостинга. Будьте внимательны. Я ничего не могу установить и ничего не могу сделать. Где это вы можете посмотреть? Мы идем в наш клуб. Вот как это пошагово сделать. И вот здесь заказываем домен. Смотрим урок 1, заказываем домен на сервере, вот этот урок 1. Все, дальше не идем никуда, нам только надо урок 1. Заказать домен и даете мне логины и пароли от хостинга. Вот здесь на 4-й минуте Лерон как раз показывает, не домен, вернее, а хостинг. На 4-й минуте как раз Лерон показывает, где эти пароли, это где эти логины. Вот, я вам даже увеличу, потому что очень многие... Вот, видите, даже 2-я минута 27 секунд. Вот. Вот вы прописываете. Как-то все здесь понятно рассказано, но очень сложно добиться, чтобы дали мне логин и пароль правильно. Вот я не могу в никуда поставить. Вот это вот вы все копируете. Вот 4 минута 18 секунд Лерон показывает, это вы все копируете. Активация всего этого происходит через 24 часа. То есть мы это все проверяем, то, что я сейчас на видео рассказываю.
На чем я остановилась? Нет, не остановилась. Так, проверяем то, что я на видео рассказываю. И даем мне вот эти вот данные. Вот эти данные. И тогда я вам поставлю конструктор, блок, и вот вы будете уже работать дальше. Хорошо? Вот таким образом.